Привет, мои дорогие. Привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Геральт и дополнение счастливого Рождества. Ну, Рождество в зиме совершенно не такое, как у всех нормальных людей. Поэтому мы с вами встречаемся на кладбище. Угу. С которого, похоже, нам пора сваливать, потому что явно мы не тут, где нам надо было. Давайте, наверное, плесень мы все собрали, пойдем в храмовый квартал. Очевидно, сначала надо что-то сделать с очками, потому что, по идее, меня ведьмы попросили принести со склада... Склада, подожди, или со склепа? Из склепа, а ну-ка. Дайте-ка мы еще раз очистить кладбище, обуздать гули. А, на старый склад. Секунду, старый склад. А, ну все правильно, склад-то у нас тут. Склад-то тут, а я что-то куда-то там не туда ломилась. Вот в чем дело. Вот, так что отправляемся. Где-то здесь старый склад. Раньше мы туда не заходили, не видели, не знали. Теперь. Вот он, пожалуйста. Где-то тут. Да? Дедушка, бутерброд всегда падает маслом вниз. Который из вас тут склад? Ага, вот он. Так, ну что, дай-ка угадаю. На складе опять какая-нибудь нечисть будет. О, боже мой. Пес. Гыр-гыр-гыр. Какой милый ошейник, можно его снять. О-о. Ты чё, песик? Гыр-гыр-гыр. Офигеть! Это значит, на этом песике у нас ошейник. А тут нету больше нигде ошейников, только на песике. А, нет, подожди, там есть сундук. Подожди, песик, если я залезу в сундук, ничего. Ага, вот и ошейник. Получается, что второй у тебя, больше тут ничего нету. Песик. Гыр-гыр-гыр. Ошейник дашь мне? А! Черт возьми! И уже дивизию, кто б мог подумать, что... Хотя, действительно, кто б мог подумать, глядя на этого песика. Собачье сало мы получили. Оба ошейника мне нужно отдать ведьмам. Ты ж, блин, компот. Хорошо, что у нас еще работает... Ласточка. Больше ничего нету. Ну, в сундуке осталась вода. Вода нам, в принципе, не нужна. Конечно, ее можем забрать. И тут же выпить. Так, ну раз мы уже тут, что там по второму заданию? Нужно эти очки отдать кому-то, да? Выпить с Дилином. Санта-ведьму защищает сильная магия, которая может противостоять только таинственной, похожей на вино напиток. Ладно, пошли к Дилину.
Тут подозрительно слишком много бандитов. Пойдем в Кудлатого Мишку. Штайн, официантка, ко столом. Подожди, а кто из вас трактирщик? Где мне найти этого товарища? Ты убрал эту пакость? Еще нет. Я вернусь, когда все будет сделано. Я оплачу, потому что мне нужен результат. Помни об этом, ведьмак. Смотри-ка, эти он не берет вещи. Медик Дилин. А где он может быть? Может быть, он где-то не в таверне? Почему я решила, что он... Ты не медик? Нет. Ты не медик? Столом. Убирайся. Не хочу я покупать пир ведьма. Фолькштайн, официантка. Не, ну обычно они подсвечены, все эти самые. Дилин не тут. Да, елки с палками. Наверное, мне придется все-таки уходить к ведьмам. Да, черт. И... Где у вас тут выход-то? Замуровали демоны. Одни ты, нет? Нет, ты не медик. И этот тоже не медик. Придется идти к ведьмам и отдавать им, очевидно, ошейники. Что так все начиналось хорошо. Ладно, значит, сначала ошейники. Немножко напрягает то, что нам нужно бегать, вот так вот бегать. Через весь город. Стражник еще не пускает в лечебницу. Алтарь тут какой-то странный и не менее странные елки. Про которые говорили ведьмы. Да. Мы додела сюда насовали этих пихт. Так, подожди, а куда я пришла? А, черт. Да, дурная голова ногам покоя не дает. Что делать? А, ну Дилина здесь нигде нету. Где его искать? Ладно, раз не появилась. Ну, я могу предположить, что он распить с ним, значит, наверное, таверна. Так, дай угадаю. Сейчас опять тут вылезет куча всяких гулей, да? Прямо у входа. Да, конечно. Вера, у нас не тот меч. Ну, теперь все то. Thank you.
Там эти домашние гули смотрят, так, о, говорят, блин. На самом деле меня так неплохо отделали, на секундочку. Я так понимаю, что ласточка больше у нас не действует, да? А эти сейчас все равно ко мне побегут. Ну, конечно. Ой, Геральт, пей. Все, узбагоились. Так. Нет, еще не узбагоились. Геральт. Так, ошейники. Итак, ведьмак. Они у тебя? Да, держи. Отлично, ты справился. Мы можем продолжать нести зло. А теперь не беспокой нас. Нам нужно еще много сделать зла. Ужасного зла. Короче, ведьмы... Пора вернуться к хозяину таверны. Творите свое зло, только отстаньте со своими ошейниками и со своим дурацким кладбищем. С вами, я так думаю, я еще разберусь. Думаю, что мы вас еще... Возьмемся еще за вас. Придет время. И не белого хлада, а белого ведьмака. Вам тут еще начистим. Так, мне нужен еще белый мирт, между прочим. Если уж на то пошло. Ой, там опять кто-то вылезает. Гера, пойдем. Мне надоело. Пошли к хозяину собачья петрушка. У нас еще не было. Ой, это мы куда это? Заперто. Черт. На, в другую сторону. Ну, вы в ошейниках? Да я не вижу, чтобы вы были в ошейниках. Надо было вас всех прибить. Ну да ладно. Квартал так квартал. А, ну, шлюх. А где тюремщик, кстати? Тюремщик, гробовщик. Краснолюдам скидки. Ничего не изменилось. Краснолюдам по-прежнему скидки. По-прежнему я не пойму, а где искать Дилана-то?
снег летит. Тут много бандитов. Это очень подозрительно. Кудлатый мишка. Официантка, принести что-нибудь? Так. Мне наверняка нужна какая-нибудь высококачественная основа, да? Вот, одна у меня есть. А вот, давай-ка ты мне вот это вот все. Окей. Пригодится, я так думаю. А вон и Дилан. Ну, давай сначала разберемся с трактирщиком. А где он есть? Где трактирщик-то? Подожди. Я его потеряла. Гера, надо обязательно вот так вот забегать через прилавок. И убрал эту пакость. Я только что вернулся с кладбища. И как тебе удалось избавиться от падальщиков? Они больше никому не причинят вреда. Твоя жена может покоиться с миром. Хвала, Мелителя. Хорошая работа, ведьмак. Вот твои 120 оринов. Ну, я рад, что смог помочь. Бывай. Мир и покой. Так, у нас есть новый уровень, между прочим. Но пока мы не будем заниматься новым уровнем, а... Где у нас Дилан? Вот у нас Дилан. Дай-ка, Дилан, я перед тем, как с тобой разговаривать, сделаю сохранку, потому что что-то тут у нас такая чехарда с этими заданиями. И он спрашивает меня, как можно изнасиловать проститутку? Это вообще возможно? Ты вообще... Это ты со мной, что ли, говоришь? А, ведьмак, я думал, что вас всех перебили. Ну, вообще-то еще нет. Я Дилан из Оксенфорта. Я почти медик. А я совсем ведьмак. Геральт из Ривы стопроцентно ведьмак, как ты мог заметить. А почему? Это была плохая женщина? В смысле? Но мне пришлось с этим смириться. Понятно. Похоже, ты... У вас не все чашки в шкафу. Дилан, ты часом не перепил? А, вовсе нет. Куда там? До пирушек у нас в общаге. А что ты делаешь в кудлатом мишке? Разве ты не должен быть в Оксенфурте? Я изучаю медицину в лечебнице Лебеды, но сейчас они в основном держат там только сумасшедших и тех немногих, которые ими притворяются. Притворяются? Зачем? Говорят, что когда зима подойдет к концу, Фольтест соберет войска и нападет на отряды белок, скрывающиеся в горах. Армия объявит призыв в БМП. А молодые люди не спешат вступать в армию. А, косит, короче, понятно. Что такое БМП? Это сокращение от бригада мудозвонов-пехотинцев. Если ты попал в БМП, мало шансов вернуться домой живым. Они всегда сражаются там, где жарче всего. Ты хочешь сказать, что снова началась война? Война? Я бы так это не назвал. Зельфик очень хорошо описал это. Король пошлет пару сотен людей в горы, при этом большинство из них не вернется. Пара дюжин нелюдей будет повешена, пара сотен убита, и на этом все кончится. Потом какой-нибудь бард сложит поэму о воинственном короле Тимерии и воздвигнут пожизненную статую Фольтеста. Что-то как-то у меня такое впечатление, что ты с кем-то другим говоришь. Черт, не могу молчать. Я скажу тебе, но обещай, что не будешь смеяться. В смысле? Давай. Зельфик утопец. Да? У нас есть утопец-философ. Какая интересная вещь. Он часто приходит ко мне после того, как я выпью вина под названием «Монастырская избушка». Ага. Поверь мне, утопцы не разговаривают, уж я-то знаю. Не пей эту гадость. Ты мне не веришь, да? Я и сам не мог поверить. Я думаю, это своего рода шизофрения. Но Зельфик объяснил мне, что это все из-за эликсира. Ага, эликсир. Монастырская избушка. Но
Говорящий утопец, да? Верно, Зелфик. Ведьмак, есть лишь один путь убедить тебя. Вот тебе монастырская избушка, выпей. Да, я и сам хотел попробовать это пойло. И? Ты видишь его? Нет. Но это мерзкое вино, оно просто рожу перекашивает. Налей-ка еще. Вера. Ты, наверное, уже видишь Зельфика. Я вижу двоих почти медиков. Нет, в этом нет ничего странного. Это чревато циррозом. Налей-ка еще, Дилан. Чтоб все червяки передохли, налью-ка я себе тоже. Откуда это несет серый? Ага. А чего ты ждала? Это любительский отвар, моя работа. Представляешь, мне удалось послушать разговоры старых ведьм, собирающихся на кладбище. Я украл у них некоторые ингредиенты и создал свой собственный оригинальный напиток. Постой-ка, некоторые ингредиенты оригинальные? Ну, у них не оказалось всего необходимого, поэтому я использовал Балису. Но ведь сработало же, верно? Слушай, блин, скажи мне, встречался ли тебе кто-нибудь интересный в лечебнице? Не-не-не, давай побеседуем. Там есть несколько людей, которые симулируют болезнь, но было бы жалко их выдавать. Попасть в БМП все равно, что подписать себе смертный приговор. Ну а кроме них, как обычно, в дурдоме. Несколько придурков, немного чудаков не от мира сего, есть даже учительница математики. Но один человек особенно привлек мое внимание. На это кто же? Некий отбросень. Он что-то бормотал о ведьмаках и пророчестве. Будешь смеяться, но он, к несчастью, подавился собственным языком и помер 2 дня назад. Так что тебе с ним уже не поговорить. Фига себе. Понятно, ладно, извини, Дилан, мне нужно кое-куда сходить. Кажется, немножко пробрал. Монастырская избушка. Гера, у нас есть зелье. Куда ты пошел? Куда ты пошел, Гера? Приветствую! Опа. Да будь я проклят. Очень приятно. Меня называют Зельфик. А я Геральт. Я уже много лет выполняю работу. Ведьмака, ну такого ни разу не видел. Не ври. Мы с тобой видели на проклятых болотах. Жизнь преподносит нам сюрпризы. Это прекрасно. Поговорим. Я здесь именно для этого. Ну давай, что случилось? Кто-то хочет испортить грядущий праздник. Мир без Страждества уже не будет прежним. Ты не можешь допустить, чтобы это случилось. Зелфик, ты даже не утопец. Ты какой-то, блин, кошмар какой. Страшило. Что ты хочешь этим сказать? Слушай меня внимательно, повторять я не стану. Тот, кто далеко, высохнет от жажды. Тот, кто близко, падет от зноя. Те, которые скроются, сбросят теплую одежду. Тех, кто выживут, охватит тоска по белой красоте полей. Настанет тэдд смире век солнца, век меча и топора, век последней капли и безумных миражей. Тот, кто далеко высохнет от жажды, тот, кто близко падет от зноя, те, которые скроются, сбросят теплую одежду. Че, как ты, блин, кто из нас пьян? Придет час засухи, деревья сбросят листву, почки завянут, сгниют плоды, не дозреет зерно от долины рек, вместо воды наполнится песком. Палящий зной будет царить и ночью, и днем, и мир умрет в пыли и пепле. Это немного запутанно. Я не услышал ни слова о Страждестве. Как ты не понимаешь, Страждество всегда было связано с зимой. Не будет зимы, не будет Страждества. Будет нарушен весь естественный ход вещей. Мы получим второе сопряжение сфер, если не что похуже. Ну, в общем-то, все правильно. И белый хлад плохо, и зной плохо. Новое чудовище, больше работы для ведьмака. Подумай, Геральт, это будет началом конца. С
Скольких людей ты уже просил спасти мир? Немногих, согласился только горбатый Джон, но его посадили на кол за то, что был говенкаром. Ага. Предположим, что я решу помочь тебе. С чего мне начать? Найди Санта-Ведьмуса и заставь его вернуться к своим обязанностям. А где я могу его найти? Он сейчас здесь, в храмовом квартале, на улице, которая ведет к дамбе. Вообще, я зачем с тобой разговариваю? Ты всего лишь реликт, отрыжка сопряжения сфер. Нечто не, ну зачем ему хамить? Че, смотри, он миленький. По-моему, мы даже трезвесть начинаем. Я спасу мир, но это в последний раз. Ладно, я иду искать твоего ведьмуса. Санта. В смысле? Эон исчез? Эон исчез? Это избушка так на нас подействовала? А ну-ка. А ну-ка. Да, галлюцинация. Мне нужно найти Санта-Ведьмуса и решить, что делать. Зельфик. Короче, Санта-Ведьмус где-то здесь. Интересно, я его так увижу, или мне надо где-то его искать специально? Музычка такая ля-ля-ля-ля. Там требующий ремонта, уж не там ли он? Да? Давай-ка попробуем. Ха! Ну, не зря тут был дом, требующий ремонта. Ведьмус. Вот ж действительно мысль изреченная есть ложь. Как жизнь тебя поломала, Геральт. Ты не должен был так выглядеть? В смысле? В моей работе случается получать синяки и шишки, а откуда ты знаешь мое имя? Как и можно было ожидать, ты начинаешь с вопроса, который не имеет ничего общего с истинной причиной твоего появления здесь. Я удовлетворю твое любопытство, ведьмак. Я дал тебе это имя. Именно поэтому я знаю его. В смысле? Да, это очень любопытно. Что ты еще обо мне знаешь? Я знаю, что твой лучший друг не лютик, а медведь, набитый опилками. Ты дал ему очаровательное, хоть и не блестящее оригинальностью имя – Плотва. В смысле? Ночью, когда тебе грустно, ты прижимаешься к нему, а когда ты злишься, ты щелкаешь его по носу. То есть вы хотите сказать, что у нас есть плюшевый мишка у Геральта есть? Ай-я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 й. Этого не знал никто, даже сам Геральт. Угри такие висят, сушатся. В глубине души ты всегда хотел быть крестьянином, возделывать свой собственный клочок земли и выращивать репу, а иногда и кое-что другое для своей жены. Ладно, не разглашай все мои тайны. Но это прав. В общем, я знаю о тебе все. Вздор. Предположим, что ты все знаешь, так что не будешь особо удивлен, если я обнажу свой меч и заткну тебе глотку раз и навсегда. Нет! Нет, не совсем. Я просто спрошу, зачем? Так, я никогда не любил носить шапку зимой и обморозил себе уши. Ты заплатишь кровью. Подожди, я хочу, чтобы пророчество исполнилось, я хочу, чтобы всегда было жарко и душно. Не-не-не, я не хочу убивать тебя, как жаль, что мне не достанется награда, обещанная Халдис. Давай так скажем. Халдис — это та шлюха у канатчиковых ворот? Шлюха, как грубо. Ладно-ладно, не шлюха, а высокопоставленная куртизанка, умело и старательно выполняющая свою работу.
И тебе придется признать, что это так. Ну, ладно. Давай же и спробуем этот достойный похвалы продукт брожения винограда. Я расскажу тебе о том и о сём. То есть, мы опять бухаем. Да будь я проклят, у этой ведьмы есть дар, надо признать. А ты, папаша, когда выпьешь, даже говоришь как человек. Пожалуй, мне стоит почаще наведываться в город. Ближе к делу. Ведьмы хотят, чтобы пророчество Аэн Гогеспах исполнилось. Мы должны остановить их. Я слышал об этом. Ты полагаешь, что нам стоит немедленно принять меры? Чем дольше ты тут сидишь, тем больше ухудшается положение. Нетерпение. Как это по-человечески? Это ваша самая большая слабость, которая ведет к гневу, нетерпимости, войне. И в то же время в этом ваша сила, поскольку она заставляет людей как можно скорее удовлетворять свои потребности. Человеческое нетерпение – это движущая сила прогресса. Оно изменяет этот мир. На самом деле то же самое можно сказать о большинстве человеческих черт, если не обо всех. Давай за работу. Пустая болтовня не поможет нам предотвратить исполнение пророчества. Мы должны действовать немедленно. Спокойно, дитя мое. Что заставляет тебя думать, что я хочу снова стать Санта-Ведьмусом? Подарки, устаревшее понятие. Если бы не указы, навязывающие нам праздник, и не завывание трубадуров, никто бы не вспомнил о Страждестве. Но ты приносил в мир радость и милосердие. А эта работа выматывает. Я сгорел на работе, Геральт. Зачем мне еще продолжать? Заработать несколько орденов, чтобы оплатить же жилье, это недостаточная причина. Никто не платит Санта-Ведьмусу за эту работу. Живу я здесь временно. Мой настоящий дом – маленькая лодка, которую мягко качают волны Адалатте. Если пророчество исполнится, волны реки больше не будут мягко качать твою лодку. Адалатте пересохнет, и лодки останутся на сухом песке. Черт возьми, я не думал об этом. Ты убедил меня, Гвинблейд. Отлично. Так ты вернешься к своей работе? Кстати, эльф? Нет, он не эльф. Не так быстро, понимаешь? Некоторое время назад я упал с лестницы. Ну, заметно. Это многое объясняет. Я так сильно поранился, что до сих пор с трудом хожу. Мне нельзя перенапрягаться. Ты не мог бы ненадолго взять на себя мои обязанности? Ну, все. И так Геральт становится Дедом Морозом. А что я должен сделать? Лезть в трубу. Одевай красный нос, будешь Рудольфом. Ой, сейчас не очень много работы. Всего-то и надо, что осчастливить пациентов в ближайшей лечебнице. Я же говорю, Гера. Наверное, надо не нос одевать, а кое-что другое. Это не должно быть слишком трудно. Я рад, что мы смогли прийти к соглашению. Ладно, неважно. Когда закончишь, возвращайся, и я скажу тебе, что нужно делать дальше. Надо приступать к работе. Мне нужно осчастливить всех пациентов, которые... А как пациентов? Я туда зайти не могу. Мне придется спросить Дилина о помощи. Давай сюда сыр. Не знаю, зачем мне сыр, но давай сыр. Это что? Селитра мне не нужна. Хотя такой намек. Слушай, а что там у тебя есть на втором этаже? Дай-ка я гляну. Как живут Санта-Ведьмусы? Камин классный. Птичка. О, разыскивается. Ну-ка. Что там такое намалевано? И птичка.
Бедный попугай. Ладно, Геральт, пойдем. О, там еще у него корзина есть. Козье молоко. Какая классная штука, да, сделана. Это для угля, что ли, да? Чтобы... Печь огромная. Интересные такие вот детали вот в интерьере. Как бы мы бегаем там все, да, а сильно не рассматриваем. Ну, вот какие-то нюансы действительно интересные. Так, ладно. Слушай, я могу с тобой еще о чем-то поговорить? Закончил работу? Еще нет. Видишь, моя работа не столь проста, как может показаться. Но ты занят, да? Да, возвращайся, когда выполнишь задание. Все ясно. Просто так трепаться с ним не получится. Угу. Так, да, мне придется, наверное, я даже подозреваю, почему Дилин, он же медик. Возможно, что он мне поможет пройти в эту самую лечебницу. Вот лечебницу хорошо охраняется, мне нужно найти другой способ. Так что пошли опять к Дилину. Расскажем ему о наших встречах с говорящим поэтом утопцем. Но он на самом деле не был похож на утопца, если уж на то пошло. Был похож на кого-то другого. Чё, наше это опьянение прошло? Где Дилин? Вон он. Так, почти медик. Привет, Геральт. Дилин, мне нужно попасть в лечебницу. Я даже знать не хочу, зачем, но это не так просто. Охрана... Никого не впустят без пропуска. Но ты же работаешь в лечебнице. Ты-то должен как-нибудь помочь мне. На входе стоит охрана, которая сверяет пропуска с изображениями их владельцев. Ничего особенного, но тебя не сделаешь похожим на мой портрет. Взгляни. Да, верно, разница есть, но мне нужно туда попасть. А, есть несколько путей. Изобрази психа, это может сработать. Однако в последнее время, поскольку лечебница переполнена, пациентов лечат лекарством под названием Кориас. Говорят, что это быстро и безболезненно, так что я бы не стал это рекомендовать. Понятно. Я слышал, что старый ординатор ищет кого-нибудь, кто бы раздал больным подарки на Саовину. Но я бы не рекомендовал это делать. В прошлом году один пациент укусил гостя, раздающего подарки, бедняга умер через пару часов. Ого! Я ведьмак, а не самоубийца. Я найду другой способ. Возможно, я смогу применить силу. Это плохая идея. Охранники относятся к своей работе очень серьезно. Я помню, что некоторое время назад пропал один санитар. Бальтазар. Ах, Бальтазар. На худой конец можешь сойти за него. Ты на него похож. Он часто сидел в таверне, играл там в кости. Возможно, если бы ты нашел его, он смог бы тебе помочь попасть в лечебницу. Поговори с Костоломом. Он тоже игрок в кости и может кое-что знать. Ладно, спасибо. Угу. А вот и Костолом. Ну, теперь-то мы с тобой поговорим. Убирайся. Тебе не холодно? Дай-ка я тебе сначала что-нибудь продам. На что я тебя могу продать? Сахарную куколку. Сотты. Слезы жен. А, у меня аж две. Я не обратила внимания, что у меня были. Убирайся, я тебе сказал. Ты в кости играешь? Больше ни единого долбанного раза. В смысле? Я ищу кое-кого, Бальтазар, санитара. Он вроде бы много играл. Ты должен знать его. Даже если так, то что? Ну, я хочу знать, где он. Ух, и бутылка у тебя тут стоит. Знает, уродец. А, значит, уродец, у тебя проблема. Я не буду тебе помогать.
А как тебя убедить? Попробуй придумать что-нибудь. Давай сыграем. Я так понимаю, мне с тобой придется играть. Убирайся. Давай, пока. Знаешь, почему пока? Потому что мы с вами будем делать сохраночку. Сохраночку мы будем делать. Сохраниться. Ко столом. Ты меня достал. Костя, играешь? Ни единого долбанного раза. Так, санитара. Та-та-та. Проблемы. Ладно, не, ну давай сыграем. Давай, если ты победишь меня, тогда я, возможно, поговорю с тобой. Вот ты зараза. Ох уж эти кости. Хе-хе. Ща я как поставлю на тридцатку. Мы сразу выиграли. Так, ну это только первый раунд. Всего лишь пара. Мне игра намекает, что я могу стрит собрать. Раз, два, три. Но я не буду собирать стрит. Да. Пожалуй, будет лучше. Выиграно. Угу. Я выиграл. Расскажи мне, что ты знаешь о Бальтазаре. Ладно, дело было так. Некоторое время назад я выиграл у одного парня странный красный камень. Никто в здравом уме не стал бы радоваться проигрышу, но этот тип был на седьмом небе от счастья. Он сказал, что это единственный способ избавиться от этой проклятой штуки. Я думал, что он свихнулся, раз пытался избавиться от драгоценного камня. Но после этого все полетело к черту. У меня отвернулась удача, выпивка потеряла свой вкус. Ты ведь знаешь, каково это, когда вокруг сплошное дерьмо. Да уж, я сейчас дам. Так вот, такое же дерьмо и случилось, только в 100 раз хуже. Не нашелся ни один простофиля, которому можно было бы втюхать этот камень. А когда я бросил его в сточную канаву, то в тот же самый день обнаружил его снова в своем пиве. Проклятие! Причем здесь Бальтазар? А при том, в конце концов, я подумал, что единственный способ избавиться от этого камня – игра в кости, и я поставил его на кон. Я думал, что, наконец, все кончено, но тот парень только прижал камень ко лбу и убежал. Люди говорили, что он побежал в сторону кладбища. С тех пор я не играл в кости до сегодняшнего дня. «Кладбище, говоришь?» «Да, говорят, что он был где-то возле склепа». «Ну ладно, я пойду проверю, спасибо». Я должен поискать Бальтазара в склепе. Ладно. Что ж теперь делать-то? Пошли в склеп. Но прежде чем мы пойдем в склеп, давайте-ка мы здесь у трактирчика, наверное, присядем. Здесь будет безопаснее. А, подожди, на улице есть костер же, да, вроде как? Трактирщик денег сейчас попросит за то, чтобы у него присесть. А на улице вроде нет. Там же у разбойников у этих всегда был костерчик. Вот он. Здрасте, мальчики. Итак, получены новые таланты. Нам там набивают попку. Монстры. Ну, монстры, наверное, нет. А вот стальной мечик. Наверное, следует прокачать. Как-то так. Так, теперь силу давай-ка мы вкачаем сюда. Серебряный талант и...
на ловкость. Так, теперь эликсиры. Мне все-таки нужна еще ласточка. Почему у нас тут так красным обведено? Порос. Давай сделаем так. Почему ты обведен этим самым красным? Ласточкино зелье нам дает. Вон же у нас трупного яда. Море разливанное. Да все, наверное, хватит. Суровые мужики, снег идет, они голые бегают. Так, Гера, давай-ка, где там наша ласточка? Вот. Факел так и таскаю с собой, непонятно. Зачем, но, глядишь, где-нибудь еще пригодится. Итак, опять кладбище. Дорожка у нас одна. На кладбище. Как бы это... символично не звучало. Чертов стражник. А, подожди. А, я опять сюда забежала. Ну, потому что я помню, что вот надо сюда. В конечном варианте. И уже прям хочется мне дойти до этого конечного результата. Я не думала, что DLC-шка это такая длинная, тем более это же любительская, ну как сказать, это своего рода мод. И вы посмотрите, какой он. Так, Гера, нам сейчас тут будут стучать по голове. Да? Поэтому, ну все правильно, да, групповая. Такими успехами мне сейчас придется уже это самое по второму кругу качать себя. Здесь довольно много дают за монстров. Топца. Вера. Шмяк. Угу.
Ласточку мы не пили, да? Так, подожди-ка, дай-ка мне посмотреть карту и дай-ка мне склеп. Я должен поискать Бальтазар. Но это же тот же склеп, да? Или сейчас мне опять скажут, что тут все закрыто. Ой. А что у нас было сказано по поводу этого? Осчастливить. Наверное, это тот самый склеп. Ладно, делаем еще одну сохранку. Что делать? Мы отсюда начинали, мы сюда и пришли. О, склеп работает. Там у меня еда-то работает или как? Уже не работает. Как-то она так мало дает. Кто это, гуль? Гера, выйди из стены. Ага. Так, я спрашиваю себя, а не нужно ли мне выпить кошку? Как вы думаете, давайте-ка мы все-таки выпьем кошку? Так, чтобы было повиднее и вам, и мне тоже. Шимбальцы. Блин, это что такое? Альп. Шайса. Шайса, Гера, нам нужно фигня. И нам нужен явно быстрый стиль. Ты не горишь-то. Это были все из сюрпризов. Лимфа-чудовище. Так. Мне так кажется, что одним виноградиком мы тут не отделаемся. Так, а куда вообще мне идти-то? Подожди, карта. О-о-о-о-о-о-о-о. При этом она уже открытая. Ну да, мы здесь были. Слушай, по-моему, мне надо пить ласточку. Мне так кажется. Потому что, ну ты посмотри, сколько тут их.
всех этих гаденышей. Сундук, который пустой. Ясно. Так, ну мы будем просто идти целенаправленно, все осматривать. Наверное. С другой стороны, вот мне кажется, этот главный зал Брукса. Гера! 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 Гера, ласточку не стыдись. Ибо сам видишь, что творится. Так, шибальцы. Ну, очевидно, нам опять не сюда. Там еще и кикиморы, да? Я так правильно понимаю, что здесь мы должны что-то разбить, нет? Нет. Неправильно. Так, ну там есть какой-то ящичек. В смысле? Кто-то где-то вылез. Ага. Ага. Вот эти вот все. Альпы с Бруксами лезут. Так. Сохраняемся. В смысле? Где? Геральт, ты рано это делаешь. Черт, 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 сожрали, сожрали. Гера, 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 опять себя кушают. Это ж какие мерзопакостные твари. Всего Геру обживали. Круг вечного скитальца, а там гуль. Зал. Что-то новенькое в этих пещерах. Тут я не была. Кристаллы Альбара какого-то. Все остальное. Разберемся потом, если что, повыкидываем. Так, где мы? Мы были там, мы были здесь, нам по коридору, Геральт.
Вроде как вот туда. Ага. Грайвер. Яра. Кто-то где-то опять вылез. Тут куча сундуков. Странно, как-то оно все тут разложено. Перцовка. А, вот как у нас, да? А, я понимаю, почему отдельно, потому что это... Черт, вас побрал. Гера, нас кушают опять. Ох, Йохан де Пинцет. Офигеть, она как у нас высосала всю эту нашу энергию-то. Серьезная тетка. Сейчас, подождите. На самом деле я окончательно заблудилась. Давай проверим этот зал, поскольку он вроде как закрытый. Угу, это там беснуется народ. И Кимора там у нас. Так, подожди, а разве мы здесь не были? Нет, не были. Я собираю шибальцы опять же для чего? Чтобы понять, что где уже были, где не были. Чтобы они мне так прям нужны были. Так, значит. Геральт, нам придется здесь разбивать ордом. Направляться дальше. А, понятно. Все ясно. Тюльпанчики. Как, подожди, у меня же есть одни тюльпаны. Вот еще. Че, не стакаемся? Ладно. Очевидно, здесь придется все разбить. Тем же самым ардом. Сколько всяких вкусняшек. Мы ничего не можем. Геральт, да пусть оно, как говорится, нам будет хуже, чем я это выброшу. А я могу вот, например, ценный предмет сюда? Нет, никак. А цепочку, Геральт, ты можешь одеть? Нет, не может.
съешь бутерброд. Я прям не могу. Не могу я это выбросить. Рука моя не поднимается. Что я там хотела взять-то? Ты съел бутерброд? Молодец. Что ж такое-то? Черт, нельзя играть с голодным. А пойдем. Геральт, здесь у нас есть кое-что. Я просто посмотрела на этого цыпленка и представила, как бы он мне сейчас самой пригодился. Оп. Гера, давай. Шведеры сидели там. О, похоже, мы пришли куда нам надо, и похоже, что здесь уже всех съели. Матрас, набитый сеном, костер и все такое прочее, да? Я правильно понимаю? Ах, и красные розы. Как это романтично. Ну, если я сейчас сяду у костра. О! Опять возобновятся все эти самые наши враги, я так понимаю. Поэтому, ну что, будем есть, значит, жевать, глотать. Нельзя же выбрасывать все это. Гера, я не знаю, что делать. Пригодятся нам эти красные розы или нет, я фиг его знает. Сахарную куколку эту мы таскаем. Вот это вот я точно выброшу. Понимаю, что меня сейчас прибьют. За такое святотатство выбрасывать пиво. Я его выброшу. Вот. А еще теоретически можно было еще понаделать ласточку. Либо, ну, вот эту король-королеву кому-то продать. Нужно оно мне все это будет? Не нужно. Я фиг его знает. Тут столько всего. Столько добра. Еду выбрать. Гера, съешь булку. Вот, потому что вот то, что мы сейчас у него находим, вернее, в этом матрасе, наверняка не зря. Так, мне так кажется, что это нам все очень пригодится. Я так думаю. Почему-то здесь шкура волка. Масло от падальщиков. На крови... Слушай, шкура волка, а ты не... Оборотень ли? Ладно. Нам, очевидно, все равно не сюда. Это были только бочки. Были только бочки. О-о-о. Слушай, Гера, подожди. А у нас есть что-нибудь от этих самых, от Брукс этих? Так, Ива дает полный иммунитет к оглушению и нокдауну. Ага. Кстати, Иволга повышает сопротивление ядом. Филин. Гром. Слезы жен. Слушай, Ива. Пей Иву. Ох, у нас интоксикация. Ох.
Что такое, Гера? Да почему ж ты ее не можешь? Или что, нам нужен силовой стиль? Я не пойму. Да нет. На Брукс нужен... Геральт, по-моему, ты что-то как-то перепил, да? Это во-первых. Во-вторых, у нас закончилась ласточка. Зеленая полоса, да-да-да-да. Токсичности мы набрали. Ой-ой. Набрали токсичности. Ну да ничего. Как-нибудь справимся. Нам надо бы белого меда сделать. Круг увядшей магии. Ой, как все звездочки летают, кружатся. Шибальцы. Но мне нельзя сейчас этот самый мед-то есть белый. У меня ласточка упадет. Кикиморы. Подожди, кикиморы тут для вас надо явно. Групповой стиль. Так, а что у нас в кикиморах? Наверное, тоже что-то есть ценное. С палками как на... Ой, какая токсикация-то. Ай-яй-яй. Я что-то даже... В нормальном ведьмаке так. Где у нас бочка, бочка, бочка? Не говорите, что сейчас опять кто-нибудь выскочит. Пир ведьм, часть третья. Это что такое за картошка-конфета? Ладно. О-ля-ля. Это нам тут нужен арт. Да, нет, не арт. Ладно. Игни. Пофигу. Ах ты ж, елки с палками. Кикимора, работница. Гера, давай, возобновляй свои знаки. Кстати, интоксикоз он проходит? Нет, по-моему, он не проходит. Зато как красиво вокруг. Смотрите, какие летают. Ха-ха-ха.
А, они опять слезут. Бедный Герка, мне тебя прям жалко. Так, где мы вообще? А, так, это у нас был костер, а это был круг элементов. Ну вот. Мы практически уже пришли. Держись. Давайте сюда ваши усики или что там у вас. Так, короче, нам прямо. Рано ты, Геральт, убираешь меч. Подожди, это же ласточка, да? Ой. Я не знаю, съешь конфетку, может, тебе полегчает. Да-да-да, там кто-то... Опять шарашится. Костер, да, мы можем здесь отдохнуть, можем полечиться. Ну, давайте все-таки, наверное, дойдем. Все-таки дойдем, потому что если я сейчас уйду, то опять все обновятся, да? Я правильно понимаю? Ёлки, драйвер. Весь склеп очистили, прямо вот весь. Мне вот не дает покоя вот этот вот труп с собачьей шкурой в матрасе. Довольно-таки. О чем-то нам это должно было сказать. Ну, это же не этот друг Кармен. Подожди. Ёлки с палками! Да вы издеваетесь! Ты кто такой? Я дьявола, владыка ужаса, властелин ада, сеятель хаоса. Что-то ты, по-моему, я уже тебя такого видела. И? А я Геральт из Ривии, приятно познакомиться. Кровь невинных зальет улицы, города утонут в криках отчаяния, я уничтожу его, как...
уничтожил Бестрам, как... Слушай, я вообще-то, ну, не советую. Как осмеливаешься ты говорить со мной, смертный, как ты отваживаешься противостоять силам ада? Мне не нравится ни твоя злобная морда, ни твой тон. Возможно, в другой раз. Я немного спешу, честно говоря. Я ожидал встретить работника лечебницы. И как он тебе нравится, смертный? А, так ты и есть работник? Вот до чего доводят тяжелые условия труда. А? Тот, кого ты ищешь, глупец, он стоит перед тобой. Да, этого следовало ожидать от работника дурдома. Этот человечешка нашел мой камень души, и я заманил его сюда, чтобы он меня освободил. И я завладел его телом. Ах, вот что это за камешек-то был. Ну, тогда мне придется освободить его. Глупец. Гладримов больше не осталось, и камень души мой. И ничто не сможет остановить меня. Я жажду крови, и ты мне ее дашь. Ну, давай, давай. Гера, нам может быть плохо. Нам нужен, наверное, все-таки сильный стиль. Гера! Понятно. Извините, я пошел. Он за мной бежит. Ой, черт. Вот черт. Подожди. Да. Это именно так, но черт возьми. Да, они меня уделали. И где мы загрузимся? При входе в склеп? Черт, почему же я здесь не сохранилась? Где мы сохранились? Да, не весело. Не весело. Очень и очень не весело. Что вот здесь такое? А, это саркофаг. Да, в самом начале. Ну, что делать? Значит, знаете что? Я сейчас пойду за кадром до этого самого работника лечебницы. И мы с вами там уже увидимся в следующей серии. Что делать? Вот такая вот у нас нелегкая наша ведьмачья работа. Ну, а всем, кто посмотрел эту серию, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.